уж, вот когда я помру, тебе в наследство достанется самое дорогое, что у меня есть. Твоя квартира. Нет. Моя страничка в Инстаграме! Максюша, иди сюда. Да, бабуль. Вот и настал мой час. Давай мне эту ручку с листочком, сейчас пароль тебе напишу от странички. Сейчас. Ага. Бам! А? Да, пишу. Забыла. Ах, все, вспомнил. Осталось последние 3 символа. Лер, проблема не в тебе, проблема во мне. Я тащу тебя на дно. Нам нужно расстаться. Я, конечно, понимаю, что у тебя там что-то не заладилось с моим братом, но ты ведь моя подруга, и я буду всегда рада видеть тебя в гостях. Юль, я пришел. Лерка? This magic moment. Слушай, я, конечно, понимаю, что у тебя там что-то не заладилось с моим братом, но ты ведь моя подруга, и я всегда буду рада видеть тебя в гостях. Юль, я пришел. Что это такое? Это что, Лерка? Hey guys, привет, фолловеры! Флут в блог. Кто хочет сигну, пишите в личку. Это что сейчас за камера снимает. Я хочу на подкаст, пока быстро свои носки уже убрал. Сейчас гости придут. Такой прямой эфир тебе по одному. Я Hello, follower. Как дела? Ты еще маленький. Да ёб твою мать! Что делаешь? Валяюсь, сериал «Сверхъестественное» смотрю. Ой, а я, знаешь, на какой сериал подсела? «Великолепный век». Фу, не звони мне больше. Я тоже очень люблю сериал «Сверхъестественное». Да. Гулять пойдем? Блин, Лера, мы сегодня с парнем с моим идем гулять. Ну ладно. Мой парень позвал меня в кино. Я с парнем. Но мы с парнем? С парнем. Знаю, с парнем ты идешь гулять. Я останусь одна, на-на-на-на-на-на-на. Завидую 10 кофе, буду вечно пьяна. Ну как? Не полнит. Да, тебе очень да. Ты свинку Пеппа не смотрела? Да ты огонь. Итак, девочки, что может быть лучше Тейла Лотнера? Два девочки Тейла Лотнера. Никак не могу вспомнить, почему мы с ней дружим. Я сделала себе шеллак. А я сделала татуаж бровей. А я нарастила себе ресницы. Девочки, подождите. Девочки, я нарастила себе жир.
Девочки, у меня для вас новость. Я ухожу замуж. Дима, я тебя очень сильно люблю и хочу быть с тобой. Женись на мне. Песня для Димочки. И родители, завтра нужны новые подделки в садик. Боже, как же мы этого ждали? Что? Опять подделки? Да ладно! Откройте, полиция. А никого нет дома. К нам поступил звонок, что в вашем доме какая-то старушка избила грабителя. Ну а ко мне что приперлись-то? Идите, ищите свою старушку. Где вы были вчера в 9 вечера? Ой. Run. Шампанское. С Путиным в Кремле пила. Гражданин, посмотрите, это она. Ну тогда извините за беспокойство. Ничего. Ого, дорогая, ты меня сегодня решила удивить? Я тут вычитала новое блюдо. Скорее попробуй его. Ну как? How many times do I have to tell you? Просто шедевр. Ну все, значит, на следующей неделе я еще раз его приготовлю. Что же такое ревность? Ну вы знаете, ревность обычно проявляется у людей, которые не уверены в себе. Допустим, вы видите излишнюю симпатию к своей второй половине. Внутри вы превращаетесь в Халка. Вам просто хочется схватить этого человека и оттаскать его за все, что можно. А вы ревнивый человек? Я? Не, ну что вы. А у вас есть молодой человек? Конечно, есть. Вот, Димочка. О, какой симпатичный. Спасибо большое, Валерия, за интервью. Всего вам доброго. Да вы еще обращайтесь, я всегда буду рада вам помочь. Папа, а у меня прыщ на носу соскочил. Говорят, значит, кто-то влюбился. Если на левой стороне, кто-то помладше. А если на правой, то кто-то постарше. А если на заднице у тебя прыщ соскочит, значит, тот только большой и жирненький в тебя влюбился, да? Ну, что обиделась-то? Ты, главное, не дави, а то вдруг размазня мужик попадет. Я тоже спать. И тебе спокойной ночи. Ну, что там? Объект зашел в онлайн. Вот же сука. Кто у него в онлайне? 17 парней и... Говори. 3 девчонки. Проверь все лайчики на их фотках. И если там его лайка, пусть молит Бога, чтобы ее там не было. Пока. Девочки мне сказали, что это лучший стриптизер в городе. Постоянно где-то шляешься. Вот эти вот друзья твои. Конечно, с ними-то что, с ними веселее. Что со мной это делать? Вот иди, иди теперь вот к ним, уходи. Иду на день рождения, а у именинника брат такой классный. Я хочу, чтобы он меня увидел и ахнул. Я не знаю, что делать. Сейчас все будет. Это что за херня? Он просто упитится, когда тебя увидит. От страха? Ему просто позвонить и сказать: о, привет, меня зовут Лера, а ты не знал, я тебя давно люблю. Баб Валер! Твои глаза, я вижу любовь.
нее. По крайней мере, он ее запомнит. Ну, и чайный дрыщ будешь? Вообще-то это мой парень. О, парень. И сколько твоему парню лет-то? Вообще-то мне 15 уже. Ох. А чего, после школы потом поженитесь, да? Чё? Говорю, внучат-то бабушке нарожаете? Ты куда? До свидания. Смотри, не споткнись. Ба! А чё ба-то? Вон и деля босс твоя побежала. О, пятками сверкат. Знаем таких парней. Иди уроки учи. Да ба! Уроки, говорю, иди учи. Любовь меня. Миш, мне кажется, ты меня больше не любишь. Когда кажется, креститься надо. Да люблю я тебя. Спасибо за просмотр и до новых встреч!